Одним из главных вопросов стал запуск в регионе образовательного проекта школы программирования «Школа-21». Для его реализации было принято решение о строительстве нового здания в Кемерове. Сейчас ведется выбор площадки. По словам Сергея Цивилева, этот уникальный объект должен стать визитной карточкой региона, чтобы сюда стремились и приезжали учиться. Обучаться сможет любой желающий от 18 лет, кто хочет получить навыки и востребованную профессию в сфере IT. Однако предварительно будет необходимо пройти отборочный интенсив. Обучение в «Школе-21» будет бесплатным.